Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем готовить легкий супчик. Нам понадобится говяжий бульон. Здесь вот бульон у меня из холодильника. Сейчас мы его включаем. Мы его разогреваем, доводим немножечко до кипения, чтобы, чтобы она подогрелась, и вот эти вот маленькие жирки растаяли. Вот. Сейчас мы доводим. Пока доводим, крошим зелень. Такая у меня вот зеленушечка. Я уже накрошила здесь укроп и петрушка. Петрушки можно побольше, потому что именно вот говяжий бульон, там, где говядина сварена совсем такая вот маленькая, в маленькой кастрюльке, или там большая-большая кастрюля, будет очень-очень вкусно. Не именно, вот, допустим, маленький кусочек большой кастрюли, или там средний кусочек гигантской кастрюли, нет. А именно вот так вот. Сейчас мы подождем немножечко, оно закипит. Я скажу, что дальше делать будем. Также, пока она у нас кипит, разбиваем два яйца в какую-то вот такую вот чашечку, где есть уголочек, чтобы было удобно. Сейчас я вам объясню дальше, зачем. Смотрите, какое круглое яйцо. Вот. Так, ну вот у нас закипело, мы выключаем. Вот она чуть-чуть кипит. Сейчас мы подождем, пока она перестанет полностью кипеть. Потому что нам нужна вода просто горячая, но не кипящая. Так, ну вот она, в принципе, у нас уже не кипит. Подождала я чуть-чуть. Теперь берем наши яички. Вот они, видите, в таком квадратном контейнере. И здесь вот есть вот эта вот очень удобная штучка, через которую можно вылить аккуратно яички. Берем наши яйца. И туда прям засовываем контейнер и аккуратно вливаем. Так, сейчас я вам попробую все это показать поближе. Видно? Видно. И аккуратно, опа. Оп. И вливаем. Вот, они остаются, смотрите, довольно целыми. И сейчас начнет вокруг них появляться белок. Вот он уже пошел, смотрите, появляется. Сейчас чуть-чуть он появится. В принципе, уже можно включить на очень маленький огонь, чтобы капельку подогревал. Но пока она не появится, кипеть нельзя. Где-то вот так можно оставить, и можно, в принципе, таким образом сварить яйца вкрутую. Вот, если у вас, допустим, нету времени там ждать, пока яйцо сварится, пока там его почистишь туда-сюда, можно его сварить вот так вот. Вот, чуть-чуть она ее подогревает. Прибавим. Вот, а можно также оставить смятку. Я оставлю смятку, потому что мне больше так нравится. Так, вот наша чашечка. Сюда мы высыпаем наш укроп с петрушечкой. Вот так вот. Можно, конечно, убрать и сделать поменьше немножко. Вот. И сюда мы сейчас будем наливать наш супчик. Так вот. Наливаем чуть-чуть жидкости. Кстати, зелень, с ней ничего не случается. Так. Сколько бульона осталось меньше у меня, я вот такой вот сейчас штучкой буду подцеплять это все. Вот он, смотрите. И его сюда вот сбоку выкладываю. И также второй. Немножечко. Оторвались они. И доливаем бульон. Вот они, ошметочки, в принципе. Когда кипение, вот они получаются, ошметки вот такие вот.
Не знаю, мне не очень нравится. Не так красиво. Вот, и все. Это можно вылить уже. Ну вот, посмотрите, как красиво. Легенький, ничего лишнего, никакой ни картошки, морковки и так далее. Просто говяжий бульон очень, кстати, вкусный. Очень-очень рекомендую. Как я вам говорила, таким образом сделать. Зеленушечка, петрушки можно побольше, но укропчик мелкий тоже. Лучок зеленый можно сюда еще покрошить. И два яичка. Лучше всего, кстати, добавлять два яичка. Они, яйца все-таки довольно сытные. И кушать с них долго не хочешь. Вот, поэтому два. Можно три, конечно. Можно и один вот так аккуратненько. Можно его и обрезать как-то. Сверху можно и сметану, и сыр добавить, и все, что у вас есть под рукой. Вот. Давай посмотрим тут. Ну да, они довольны смяточку. Вот они, смотрите, как красиво. Ну вот его, смотрите, можно обрезать вот так вот аккуратно ножичком. Вот, получается яичко. И также наша специя чесночная, это тут сушеный чесночок. Мы с вами его сушили, у меня отдельный ролик тоже где-то там рядышком будет. Вот, может быть, я на экране выведу обязательно, ну, постараюсь. Вот. Вот она, посмотрите, какая. Такой вот рассыпчатый. Вот, чуть-чуть его добавляем. Много тоже не надо. Он, потому что он остался остренький. Просто такой же чеснок, но сушеный. Очень ароматно пахнет. Рекомендую. Посмотрите обязательно мой ролик. Вот, вам понравится. И также подпишите внизу, чтобы вы хотели еще посушить вместе со мной. Ну вот, смотрите, и готово. Также можно посолить. Я не солю. Я ем без соли. Вот он, смотрите. Этот чесночочек. Вот он уже растворился, то есть он не остается комочками. Ну, вот так, смотрите, довольно красиво. Ну, давайте с вами попробуем отрезать один. Давайте вот этот вот разрежем. Опа, чуть-чуть. Вот, видите, он смятку. Не буду отрезать до конца. Даже вот нож, видите, испачкался. Пускай тут плавает. Иначе у меня сейчас все вытекет. Ну вот, блюдо готово. Вот такая у меня есть крышечка. Мы этой крышечкой закрываем. И все, и можно приглашать за стол. Ждать спокойненько. Что там придет кто-нибудь. Там ваши домочадцы. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, пробовали ли вы такой супчик, понравился ли он вам. Может быть, вы же добавляли что-то еще. Напишите обязательно в комментарии. В следующий раз я попробую, добавлю что-нибудь еще. Также смотрите мои другие ролики про чесночок, как я сушила. Выйдет картинка в конце ролика. И также смотрите мои влоги, как мы с сынком гуляем. Скоро у нас уже весна. Ну, весна, вернее, уже наступила. Лето скоро. Вот, моему сынку 1 год и 8. Вот. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.